И потом им покупают новый велосипед, такой, но маленький, но блин, Галгалей Эзел. Он покупал, чтобы еще перчатки одевают, еще как. А перчатки для чего? Перчатки, чтобы если ты упадешь, значит, у тебя будет вот тут раны. А я чего? Каска, чтобы тоже на лбу не было. На лбу. А баба, ты помнишь, что когда я на моем велосипеде на двухколесном с люликом на большой высоте. Мы потом я очень быстро поехал, я очень быстро, и потом я не успел оттормозить и упал на машину. И потом вот так. На какую просто машину? И на такую белую. Да, вот так я сделал. И мне было вот тут больно. Как на машину? А машина что делала? Она просто стояла, никто не водил. И упала потом на вот это, на асфальт. И потом у меня тут было рано, и тут, и на лбу. Ой-ой-ой-ой-ой. И на лбу очень классно. А ты что, был без перчаток? Да. Видишь, надо быть в перчатках. Да, забыли. Надо быть в перчатках, потому что у меня еще не было. А теперь у тебя есть перчатки. Да. И каска классная у тебя есть, правда? И уже я ехал очень быстро. Я упал, и у меня было тут очень красное. И, наверное, было очень больно, да? Да. Ты плакал? Не помнишь? Наверное, чуть-чуть. Конечно, плакал. Да. Мало. Но очень сильно болело и очень много крови. О, ничего себе. Это значит, что нужно, какие выводы сделать, что, во-первых, нужно ездить все же осторожнее. Правда? Да, и мы еще много пластырей. Не один большой пластырь. А головка у тебя потом болела? Нет, только на лбу это было вот тут. Где-то. Ну, уже все зажило, правда? Да, уже все зажило. Но теперь ты после этого случая ездишь аккуратнее, правда? Да. Не так быстро, потому что зачем? Да, и не на этой горке больше. Ну да, зачем? Так можно разбить голову вообще, да? А Даниэль ездит тоже на двухколесном? Нет? У него есть такой велосипед, что нету педалей. Так это не велосипед. Это велосипед. Конечно, велосипед. Это он тоже должен разгоняться. И потом там есть одна такая штука и две ноги, ему надо на эту штуку белую. Но у него не получается, значит, он делает. Смотри, как. Он делает вот так и ногами на шлема на вот это на асфальт. Все время. Но это неудобно так ездить. Ну хорошо. Когда потом у тебя будет новый велосипед, ты подаришь ему свой старый, да? Да. Потому что это же нехорошо, как же. Да. Нельзя же ездить на велосипеде без педалей. Когда какого можешь меня научить на его велосипеде кататься? А у него большой? У него этот велосипед, мне люлик мой подарил Хакобу старый велосипед Мишин Хакобу. И как раз очень мало времени папа Хакобу научил очень быстро. Очень быстро. Он, наверное, талантливый Хакобу, да? Да, и без Галгалей Эзел еще. Но он же уже большой, ему уже сколько? 6 лет, правда? Нет, уже
по-моему, 9. Да, 9. Понятно. Ну хорошо. Не, еще не 9. А тебе твой велосипед не маленький, вот на котором ты катаешься? Нет, он не такой. Он не такой же, он такой, по-моему. Вот такой. Ну хорошо. Ну, когда у тебя будет день рождения, я думаю, я тебе подарю новый велосипед. Я думаю. Какого цвета ты хочешь? Красного, желтого, синего, зеленого. Какого? Зеленого. Зеленого? Зеленого с черным, да? Зеленого с красным. Зеленый с красным? Но это не совсем хорошее сочетание цветов. Ну, я хочу. Такой? Ну, я не знаю, если такой есть. Ну, хорошо. Но чтобы больше было зеленого, правда? Да. И, может, чуть-чуть красного, да? Да. Ну, хорошо. Чуть-чуть красного и еще синего и все. Хорошо. Хорошо, дружок. Ну, сейчас давай посадим вот эту уже косточку авокадо. Косточку авокадо посадим? Сейчас.